Водичка, она нужна. Это как источник железа. А люди должны быть железными. Поэтому люди закупают, чтобы мощно как бы на этой планете стоять, уверенно, с железными ногами, с железными бицепсами. Всегда в доме надо иметь что-то. Вот, как может семья существовать без того, чтобы ничего не иметь? Ну, чтобы как-то суетиться и какую-то истерику, я думаю, это бесполезно. В доме у всех запас есть небольшой, но как обычно, там вот этих круп. На неделю, там, на две. Больше не надо закупать. Выбросим. Все выбросим. Это вот нужно закупать только, что сейчас вот есть. В принципе, если исходить из объективных рыночных условий, то оснований для паники на рынке гречки вообще никаких нет. Мы в этом году собрали весьма неплохой урожай этой культуры. 786 тысяч тонн по официальным данным.